Пытаемся кого-то поймать. На нашего любимого воблера. Вот. Корюзовый. Есть еще один. Синенькой расцветки. Даем поиграть воблерочку. Я еще не подошел хариус на этот. Воблерочка потемнее поставили. Может, будет какая-то польза. Очень яркий день пока. О, ушла. Вот хорошее было место. Что-то у тебя с крючками? Или ты очень быстро? Я поставил. Нет, они у тебя какие-то не зацепляющиеся. Подсекать идешь. Она укололась. Место хорошее было. Ну, да подожди, мы сейчас еще попробуем. Она будет еще небольшая. По-любому уронил бобр, видишь? Видно, что он. Так, ладно, собираем снасти. Придется как-то перебираться тут. Так, а где мне тебя потом забрать-то, если что? Ну, туда подплывешь, да и забирай. А может, тебе имеет смысл сейчас сесть? Давай, залезай. Я сразу улечу тогда. Не улетишь, я тебе держу. Так, держись меня. Да, все хорошо. Ты снимал? Да, все снимал. Меня ругают. Ах, охрана. Перепад такой, смотри, воды. Перед перекатом должно что-то быть. Хотелось бы надеяться. И мы надеемся, не надо хотеть. Не подобрали, может, еще под нее чего-то. Вот у Вовы зацеп.
непредвиденное обстоятельство. Это трава, сейчас он подъедет, подымет кверху, и все будет хорошо. Мы на очередном перекате, не знаю, слышно меня, нет. Я думаю, что... Если бы он был, он бы уже ударил, да? Лентяй он сегодня. Держись, Володя. Да, должен был здесь быть. А вот здесь сейчас щука будет. Которая не смогла. Если это была щука. Я сейчас соединяюсь, да? Такого не может быть. Так, поменяю-ка я. Смена состава. Только что, гад. Вот смотрите, чуть больше воблера, чуть-чуть больше воблера, блин. Вот, поверьте мне, я его люблю. О. Ой, давай, мойся. Там мама только что ушла. Ну стоит, смотри. Давай. Оп. Ты сейчас еще моего там укусит. Эй, ты что, промахиваешься? Да ты что, заводи его! Не ругайся, не ругайся. Сквозь еще не уходит, значит копчим. Копчим как? Вот здесь бац. А где она стоит? Где угодно, она везде там может стоять. Я говорю, где встать-то? Обычно так делаешь и что-нибудь ловится.
А куда нас тут? Черт принесло. Ты спи, не спасай. Можем выйти здесь. Или пойдем посидим в омуте. Да, в омуте посидим. Вот опять попалась такая фигня, блин. Ну что делать, что делать? И вот мы спустились до печек. Сейчас тут как бы по стопочке выпьем. Жарко. Жарко, да. Поставили 5 жерлиц в омуте. Поймали, наверное, штучки 4-5 щучек. Ушло, наверное, 3-4-5. Ну, не знаю, мы уже сбили со счета. 6 или 7 поймали щучек. Сколько-то отпустили. Отпустить. Да, сейчас пойдем домой, поставим баню, может быть, даже ее вытопим, ну, потопим, чтобы просто нам надо полоснуться. Ну жарко, блин, ну жарко, 35 градусов, это что-то.